Здравствуйте, друзья! Я надеюсь, вы соскучились, потому что я по вам очень. Сегодня я познакомлю вас с моим лучшим другом, настоящим товарищем, который невероятно сильно помогает мне в создании роликов для вас. Знакомьтесь, Canon 600D и его верные друзья, китовский объектив 18x55 мм и советский полтинник Гелиос. Помимо роликов для вас, он помогает мне в моей самой большой страсти – фотографии. Несмотря на то, что полтора века назад фотоаппарат был скорее роскошью, чем обыденным предметом, сейчас все круто изменилось. Даже если у человека нет обычной мыльницы, у него со 100% вероятностью будет телефон с возможностью делать снимки. На мой взгляд, это прекрасно, ведь теперь у каждого человека есть возможность увековечить моменты радости и собрать целую историю своей жизни в альбоме. Если честно, я безумно хотела бы увидеть свою собственную историю, но понимаю, что нельзя. Спойлеры! Фотография для меня не только способ запечатлеть счастливый момент в моей жизни, но и самовыразиться, что для меня тоже очень важно. Через фотографии я могу показать людям мир таким, каким я его вижу. Я ищу интересные места, закоулки, детали. Мне приносит настоящее удовольствие прикосновение к объективу и поворот колец на нем. А еще я обожаю фотографировать здания. Большинству моих друзей эти снимки не очень нравятся, но я думаю, что они просто не замечают в этих фотографиях историю здания. Другая моя любовь – обработка фотографий. Это, возможно, вам покажется очень странным, но часто просидев на одной фотографии не один час, я решаю все переделать. Дело в том, что я редактирую их под свое настроение, которое за часы может сильно измениться. Я подтягиваю разные верхники по-своему, вытягивая определенные цвета, приглушая другие и прочее. Цветовая коррекция фотографии может очень много рассказать о фотографе, ведь если он ее редактирует, то подсознательно создает на ней определенное настроение. Мы это чувствуем, рассматривая снимок, и таким образом ощущаем ту самую атмосферу места, получаем эмоции. Ну и напоследок я хочу предложить вам довольно интересную вещь. Не знаю, понравится вам это или нет. Я в своей группе во ВКонтакте, ссылка на которую всегда находится в описании, создам альбом, в котором вы сможете поделиться своими собственными счастливыми моментами, показать, что интересного вас окружает. Я с удовольствием посмотрю на ваши фотографии. Ну а на этом у меня все. До встречи!